Всем привет! Вы на канале Королевства вкусных блюд, с вами Ольга. И сегодня у нас вот такая вкусная и быстрая закуска на праздничный стол. Все ингредиенты также вы найдете под видео. Начнем готовить. Берем колбаску, у меня салями. В миску выкладываем творог, сметану, чеснок выдавливаем. Добавляем укроп и перемешиваем блендером. Добавляем немного соли по вкусу. Еще раз перемешиваем. И начинка готова. Перекладываем ее в кондитерский мешок. Я насадку беру крупная звездочка. Берем салями колбаску и сворачиваем ее. В серединку выдавливаем вот такой полосочкой наш творожный крем. На шпажку нанизываем оливку без косточки. И сворачиваем колбаску. Начинка у нас получается внутри. Нанизываем на шпажку. Еще оливку. И вот такая у нас закуска получится. Быстро, просто и вкусно. Так проделываем со всеми ингредиентами. Заворачиваем колбаску, начинка у нас внутри. Нанизываем на шпажку. Еще оливку. И закуска готова. Друзья, если вам понравилась такая закуска, готовьте на свой праздничный стол, пусть она станет вашим украшением. Также делитесь с друзьями, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Отличных праздников, настроения. Спасибо, что смотрите. И до новых встреч. Готовьте с любовью, живите вкусно.